Волкер, русскоязычные страдают под контролем РФ. Украинцы, говорящие по-русски, страдают только на территориях под контролем РФ, считает представитель Госдепа. Русскоязычные украинцы страдают только на территориях, подконтрольных России. Об этом заявил спецпредставитель США Курт Волкер, пишет Deutsche Welle. И, честно говоря, единственная территория, где страдают русскоязычные жители, это область под контролем российских сил, сказал он. Волкер сообщил, что во время встречи с российскими чиновниками были затронуты такие темы, по которым мы не сможем прийти к согласию. Он высказал мнение, что в вопросе Донбасса нужен свежий подход. Мы договорились подумать о сценариях обеспечения безопасности, а также поговорили о политическом процессе, сказал он. Напомним, ранее в Госдепе уверяли, что не видит разницы между оккупацией Донбасса и аннексией Крыма. Волкер. РФ хочет заморозить ситуацию на Донбассе. По материалам сайта Newsgro.com.